В Химкинской картинной галерее имени Горшина представили новый подарочный календарь на 2019 год. Издание посвящено 80-летию городского округа. В основу легли морские пейзажи химкинских художников. Оценить новый подарочный экземпляр пришли около полусотни жителей городского округа. Получается, что благодаря вот такой полиграфической продукции мы, конечно, можем расширять рамки, с одной стороны, рамки представления нашего музея, а с другой стороны, и привлечение людей в музей. Увидел человек календарь, думает, где это? А это вот оказывается на соседней улице. Выпускают календари в галерее Горшина с 2007 года. Это стало уже доброй традицией. Над новым изданием сотрудники работали несколько месяцев. Календарь на 2019 год можно будет приобрести в галерее уже через пару недель. Он станет отличным подарком к Новому году.